есть одно пророчество. Мы его обнаружили совсем недавно. Обнаружили мы его исключительно благодаря тому, что мы знаем, ну не очень хорошо, но знаем английский язык. Есть у нас лидеры государств. Эти лидеры государств у нас какие? Китай, Германия, Англия, в смысле, прошу прощения, США, Россия и Англия. Вот я в этой последовательности перечислила. Давайте запишем, как зовут глав этих государств. У Китая это Си Цзиньпин. Дальше Германия. У Германии Ангела Меркель. Ангела Меркель. Дальше у нас идет глава США, именно в этой последовательности. Это у нас Дональд Трамп. Многие спрашивают, он правильно пришел или неправильно, это что-то значит, не значит? Значит. Это значит конец света. Дональд Трамп. Ну, я люблю успокаивать, да. Дальше у нас идет Владимир Путин. Владимир Путин. И последняя королева Англии, Елизавета II, которая звучит Elizabeth II. Я ее запишу. Е, сейчас забыла, как Е пишется. Вот так, Е-ли-за. Я ее напишу, как она звучит на английском языке, чтобы у вас не возникало сомнений, да? Elizabeth II. Вы правы. Спасибо. Кто сказал? Нет, это уже подтверждено, да. А, что обсуждается? Что Елизавета II уже умерла. Да, она умерла в 2015 году. Давно. Да, да, ее похоронили в Москве, потому что она родином отсюда, да, ну и так далее. Да, 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 ее похоронили здесь в 2015 году. Вы сразу, естественно, начали так, подождите, а кто дает интервью, да? Это запись. Это запись. Она знала, что, ну, так получится, да? И, конечно же, она оставила очень много видео. Причем в большинстве случаев видео уже не соответствует временным рамкам, и оно как бы, ну, вызывает смех, потому что это событие его не было или, наоборот, было, а она почему-то об этом не говорит. Более того, она еще ни разу за эти 2 года нигде не была лично. То у нее болеет, то на то, то она уехала, то еще что-то, он голубей кормит, и еще любые отговорки, лишь бы только она не присутствовала на самых важных событиях. Она умерла слишком рано, так получилось, да? Она должна была умереть в 2017, а ушла раньше. Почему? Потому что в 2015 году ее внук должен был прийти в ООН. Ну, я рассказывала, да, в роликах. Но этого не произошло, потому что она ушла слишком рано. Они теперь не знают, что с этим делать. Но суть не в этом. Давайте вернемся здесь. Си Цзиньпин – это... To see the sign pin. See the pin, to see the sign pin. Да? Идем дальше. Ангела Меркель. Angel marks all. Angel marks all. Дональд Трамп. Done land Trump. Владимир Путин. Bloody mire put in. To я переставлю назад, да? Получится to last death. Добавлю некоторые частички, которые нужны в английском языке, и мы получим to see the sign pin. The angel marks all the done land by the Trump. That bloody mire to the last death. Что в переводе с английского языка означает, чтобы увидеть конечный роковой знак, ангел пометил знаком кровавых болот сотворенной им земли, что неизбежно приведет к смерти. Помните в Библии? Кровавые реки и так далее. Вот оно, пророчество. Все 5 фигур встали в необходимое положение, чтобы произвести видоизменение нашей системы. А меняться она будет с самого конца. Сначала из этой вторая, мы уже обсудили, она уже. Потом будет Владимир Путин. Потом Дональд Трамп. Потом Ангела Меркель. И когда с политической арены уйдет Си Цзиньпин, начнется конец света. События действительно будут очень сложные, неприятные для человечества, и наша задача объединиться. Что нам нужно всем вместе сделать?
первое, что нужно, это спасти кислород. Таким образом, мы, по крайней мере, что? Отсрочим всю ситуацию. Чем более правильный образ жизни будем вести, тем будет лучше для нас самих. Ну и, конечно, не поддаваться ни на какие провокации, революции и все прочее.